рамках социального раунда «Трезвый водитель» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции рассказали посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2020» в парке «Патриот» о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сделав акцент на недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Юным посетителям парка автоинспекторы напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части и обязательном ношении световозвращающих элементов на одежде. Также участникам беседы вручили тематические памятки.